Чемпионом открытого турнира по быстрым шахматам стал Джакай Джакаев. Победители и призеры определились по швейцарской системе в 7 туров. Международный гроссмейстер набрал 6,5 очков. Соревнования прошли в Махачкале. Участие в них приняли более 60 любителей древней игры. В тройке призеров и кандидаты в мастера Камиль Кардашев и Ахмед Хасбулатов. Они заняли второе и третье места соответственно. Официального статуса турнир не имеет, это просто турнир, в котором мы, профессионалы, любители шахмат, собираемся, таким образом отмечаем свой профессиональный праздник, да, все, кто неравнодушен к шахматам. Очень радостно видеть такой день во взрослом турнире, что много очень наших детей, наших юношей, наших учеников, которые раньше прославляли, сейчас прославляют наш город, нашу республику, девушки играют рядом, ветераны.